Всем привет, дорогие друзья! Решил сделать такое небольшое видео. Я ж тут эту территорию-то так и не осматривал, кстати говоря. Вот не могу понять, правда, где здесь шумят-то, блин. Да и где ты, блин? В общем-то, решил я осмотреть все-таки вот эту территорию, прилегающую к своему домику. Очень стало интересно, кстати говоря. Бежал еще, думал, пособираю немного перья. Но потом прикинул, а почему бы мне здесь не осмотреться для начала? Так, бумажечка. Вот только где здесь, блин, вход еще вопрос. Ага, нашел. Так, а тут получается что? Дверь железная. Значит, проще через стену. Или не проще? Проще. Вообще дверь сколько долбить? Не-не-не-не-не-не-не. Нифига. Чего? Это кожаный диван теперь такой. Прикольненько. Да, зомбякинские опять начали шуметь. О, пригодятся. Крабуем. Свечла. Чего? Я хочу фонарик такой. Я очень хочу такой фонарик себе. Я, конечно, слышал, что здесь якобы добавили лампы, но я в это как-то не верил. Та-та-та-та-та-та-та. Вот это уже не нравится. Значит, я могу сейчас сделать нормальное цивильное освещение. Ох, главное, чтобы игра только не лагала. Но только как эти факелы вспомню, у меня аж мурашки по спине бегают. Вот это, блин, факов. Нет, я, пожалуй, лучше здесь сломаю стеночку. Понятно, лучше здесь тогда сломать. Ну да, здесь будет проще. Сейчас быстренько взломаем. 1000 хп, это вам не 2500, еще возможно улучшенного. Хотя... Ну, дверь не улучшена, правда. Ах ты ж ёперный театр. Это зараза. О, ключик хороший. Значит, эти можно два сразу скрабануть. Где второй? И третий. Пустим на железо. Ну, вода мне тает не нужна. Стекло тоже не нужно. Механика пас. Пусть будет. Это пусть будет. Камешки тоже пусть будут. Итак, давайте-ка посмотрим. Ну, FPS-ка как бы не просаживается, я смотрю, да? Не, просаживается, но не сильно. Но света дает хорошо. Ладно, я потом поэкспериментирую все-таки. Может, что толковое здесь и выйдет. Так, а это я смотрел? Нет, не осматривал. Может, реально что-то толковое сможет выйти с этого. Забавно, забавно, я вам скажу. Машинка, дай что-нибудь вкусного. Это что у нас?
Да, кстати, я ж лук хотел сделать. А, лук, лук. Да, сделаю я лук, мне нужно стрелы отстрелять остальные, а то их выбрасывать жалко. А их скрабануть можно, кстати? А, так я их скрабануть могу. Еще их выбрасывать-то буду. Чего? А это что, бляха, теперь сталь так выглядит? Да вы издеваетесь. О, это теперь сталь так выглядит, дорогие друзья. Так, мне этот фонарик не нравится. А, понятно. Это вообще другой фонарик. Ладненько, на паузе. Так, все, доломали. Что здесь такого же особенного, что этот домик сделан, блин, со стали? Я вот что-то ничего не вижу такого интересного. Так, это выкинем, это... Ай, да нафига мне этих сколько купинг кодов-то? Скоробанем. Да ёшкин ты кот. Это стекло от меня не ввязывается, зараза. О, вот витаминки я люблю. Ну, грязная водичка, пусть будет, конечно. Не, ну прикольно сделано, что не говорите, как-то более-менее. Но то, что, блин, сталь теперь так выглядит, это получается она и закругленная есть, да? Да. Это вот, пожалуйста, дорогие друзья, это сталь. Прикольно. Я не ожидал даже. Холодильничек рядом с домом. Всегда полезно. Так. А как сюда пробраться-то? Да, теперь вопрос хороший. А через что будет быстрее? Ну, как говорится, скорее всего, по старинке. Хотя можно было попробовать, кстати, через крышу вообще пробиться. Я что-то как-то не подумал об этом. Ну ладно, мининг как раз пока покачаем, да и железо добудем. Так, это интересно даже становится. Ну, коси-кося. Опа, что у нас здесь интересного? Да, эти лампы, что можно выключать, и они глазки вам не режут, это очень разработчикам спасибо, что добавили. Вот всегда бы так. Особенно, бляха, в бункере, там вообще-то абзац раньше был. Сейчас не знаю, честно говоря, бункер, кстати, так еще и не видел. О, часть магнума хорошая довольно-таки. Ну, да. По поводу кожаных диванов я промолчу. Кукинподов здесь мне напихивают, я не знаю, вы всеми местами. Но водичка тоже хорошая вещь. Так, здесь мы были. Ага, то есть значит здесь вот так вот все сделано. Пробьемся, пробьемся. Я сюда уже не заходил ли случаем? Нет, здесь я еще не был. Представляете, вы так сидите в туалете, расслабившись, и тут к вам с киркой мужик так вламывается сквозь стену. Да уж. Как говорится, здрасте, извините за вторжение. Как говорится, и смех, и грех. Так, так, а чё, всё, больше ничего нету? Вырубись. Ну, ёшкин ты матрёшкин, я-то думал, здесь какой-нибудь секретик будет. Здесь даже секретика нету. О, холодильник. 183 бутылки уже. Сколько тут максимум-то их, интересно? Диван на улице, серьезно. А ничего то, что если дождь пойдет, этому дивану будет тихий медленный ферзец. Вот мне интересно. Ну, может, конечно, люди, которые тут типа жили, тут никогда не видели. Так, рецепты. Юкосит.
Так. Это тоже на скраб. Опа, опа. Ну чё, все осмотрели, что ли? Это неинтересно. Пусто, 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 пусто. Ну да, мы все осмотрели. Ой, я, кстати, на мусорке-то еще ни разу не был. Ну, это мне не нужно все. Вот то, что мне надо будет потом прокачать Construction Tools, чтобы до цемента хотя бы дойти. Это да, небольшая проблемка уже. Ё-моё, этот ярче и до сих пор что ли накачивают так? Обалдеть, я уже до 30-ки арчи докачал. Нифига себе. Мощно, мощно. Так, а чё мне выбросить-то вообще? Вот чё мне по сути не надо? Хороший вопрос. Я, правда, не знаю, что для чего здесь надо вообще. Хм. Как говорится, для начала надо знать то, что не нужно, а потом уже то, что нужно. Так. Здесь я был, там я тоже был. Так. Чё бы ещё тут полазить? Ну, эти домики, конечно, можно осмотреть. Но я сомневаюсь, что они что-то интересное подадут. Ю, чё, я перегреваюсь? 100 градусов. Что я вообще понять не могу. Утром я здесь, блин, замерзаю. Вечером я тут, блин, перегреваюсь. Чё это за биомы такие дебильные? Что у нас здесь? Скрабуем, забираем. Так, надо сейчас попробовать, кстати, себе броньку сделать. Угу. Да я понял. Пистол варил. Нафиг он мне нужен. У меня есть нормальный пистолет. А, да, я ж когда разбирал пистолет, так и не выложил. Так, ну давайте подумаем. Что тут еще можно сделать? Ладненько. Поперся я пока до дома, до хаты. Это так была маленькая серия осмотр. Автостопщиков. Как говорится, на этом я закончу. И, пожалуй, уже на седьмой день буду думать, куда от орды тут ныкаться. Не знаю, встречать в этом домике я как-то не хочу, там, где живу. Не вижу я от этого особенного смысла. А, так я типа в пустыне, получается, здесь был, да? Да, это типа пустыня там была. Да уж, биомчики у меня здесь, конечно, это шикардосики. Тут я вообще жопу отморозил. Надо потом сюда будет сбегать, посмотреть, что там. Угу. Ладно, чай взять не могу. Ну ладно, надо сбегать домой, хотя бы перекусить, наделать стрел. Да и не знаю, может встретить в чистом поле зомби. Спирт у меня есть. Собаки, правда, будут. Не, а чё, так реально дерево могу нарубить. Коль я поставлю где-нибудь тут. Даже не знаю, надо подумать. Может, в натуре в чистом поле встречу их. Как раз посмотрю, что они из себя представляют. А чё, коль я понатыкаю, да и вот вуаля. Защита будет. Пик пройдешь. Первая орда, все-таки, в конце концов, она не такая сложная. Как говорится, на этом, пожалуй, я закончу. С вами был Черный Металл, Игорь 7DayStud. Сегодня мы осмотрели лагерь автостопщиков. Как говорится, вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.